Какая же здесь красота, правда? Да. Нужно будет получше познакомиться с этой страной, попутешествовать. Если будет время, у нас очень много работы. Вызывали? Да. Будьте добры, соберите, пожалуйста, для нас всю возможную информацию об остальных участниках тендера. Хорошо. И скажите, внутренний сервер уже работает? Скоро запустим. Хорошо. Можете идти. Ну, как тебе наш новый начальник безопасности? Не знаю, вроде нормально. Если честно, мне сначала не понравился. Но пока справляется. Поработаем, увидим. Ты грустная что-то. Что-то случилось? А, нет, нет. Чувствую себя неважно. Наверное, акклиматизация. Именно этот дом мне понравился на сайте. Господин Наварула, ну я же сказал, проблема, что дом почти продан. За него уже внесен залог. Может, другой дом? Да, Стив. Плохие новости. Корпорация Харпер будет участвовать в тендере. Что? Ну, понимаете, они только вчера заявку подали, никто не ожидал. Какие будут указания? Срочно собери про корпорацию всю возможную информацию. Активы, финансовое состояние. Работай! У нас проблема. Быстро мне все по Харперу и его окружению. Кто у него в команде? Кто в охране? Везде! Ищите слабые места. Все понял. Красота. Малик, сколько отсюда километров до города? Километров 100. Отлично. Показывайте дом. Но господин убрала, он продан. Я ничего не могу с этим сделать. Я сказал, показывайте дом. А с хозяином я договорюсь. Я нисколько не сомневаюсь в профессионализме нашей команды. Я убежден, что мы сможем успешно справиться с поставленной перед нами задачей. Замечательно. Мисс Эймор, я знала, что вы вернетесь. Да что вы, я очень рада. Спасибо большое. Увидимся, хорошо. Сандра, ну что, пойдем куда-нибудь перекусим? Нет, спасибо, я хотела бы прогуляться. Я тоже хочу город посмотреть. Джеймс, я хотела бы побыть одна. Только ты не обижайся, ладно? Да, при чем здесь обиды? Просто... Ты плохо себя чувствуешь? Первый раз в незнакомой стране? Я волнуюсь. Может, хотя бы охрану? Не надо, я справлюсь. Я скоро приеду.
Мне кажется, красиво напечатано. Не знаю, нет. А вот здесь. Понял. Все, счастливо. Здесь не в порядке. Я вчера... Не знаю, мне нравится. Моя секретарша утверждает, и я проверял лично, что здесь... Объявлена точно дата конкурса. Первый тур состоится через неделю. Но закончить формирование пакета нужно как минимум на 3 дня раньше, чтобы можно было тщательно все проверить. Так что за работу. Извините, господин Дезерт. Ну как акклиматизация? Адаптируюсь. Еще немного бессонница, но в целом все в порядке. Слушай, может сегодня сходим поужинать? Я тут нашел один очень хороший ресторан с национальной кухней. Давай, с удовольствием. Пойду столик закажу. Угу. Я запишу себе сейчас там. Прошу вас. Спасибо, Маклайн. Вы можете быть свободны. На сегодня вы нам больше не нужны. Спасибо, мистер Харпер. Мисс Сеймур, приятного вечера. Вам тоже. Спасибо. Поехали. Надо где-нибудь перекусить. Хорошо. А могу ли я кое-что вам посоветовать? Что? Отличный ресторан. Европейский. Интересное шоу, низкие цены. Прямо райское место. О, вам понравится, там очень, обещаю. Ну что? Поехали. Правда, здесь чудесно. Кухня замечательная. Я рад, что тебе понравилось. Извини. Здравствуй, Эдвига. Привет. Чё-то ты пропала, не звонишь совсем. Как дела-то? Все хорошо, я работаю. Как вы? Да мы все так же, наследника ждем. Слушай, я тут встретилась с одной своей старинной приятельницей. Так вот, она через 10 лет после развода за своего собственного мужа второй раз замуж вышла. Представляешь? И говорит, лучше не придумаешь. Общие у нас, говорит, дети, внуки. Номер снова работаем вместе с дрессированными собачками. И говорит, мой благоверный только после развода меня по-настоящему оценил. Теперь пылинки с меня сдувает. Вот я и подумала, может, вам снова с Джеймсом? Сойтись, а? Ну, смотри, у вас дочка, может, еще кого родить. Эдвига, Джеймс сейчас рядом. Мы ужинаем. Он передает тебе привет. Ёлки-моталки, а я со своими разговорами. Ну, это... Ну, вы кушайте, кушайте, не отвлекайтесь, я потом позвоню. Джеймсу тоже привет. Пока. А Харпер там с ней ужинает. Ну, дай бог, дай бог. Это просто невероятный день. Ну просто... да, тебе сегодня прям везет. Пожалуйста, ваш стакан. Последний ставки. Бонус от нашего ресторана. Ставки сделаны, ставок больше нет. Что это? Попытайте счастье. Уберите, я не играю. Фишки – подарок от нашего ресторана. Господин хочет, чтобы я сделала за него ставку? Я сказал, уберите. Как вам угодно. Счет.
Пожалуйста, ваши ставки. Я сделала ставку за вас. Это ваш выигрыш. Уберите. Пожалуйста, ваши ставки. Последние ставки. Ставки сделаны, ставок больше нет. 17 черных. Пожалуйста, ваш выигрыш. Поздравляем. Делаем ставки. Новичкам везет. Новичкам? Просто давно не играл. Последний номер, 17 черная. Делайте ваши ставки. Ну, раз такой фарт, надо укрупняться. Последние ставки. Ставки сделаны, ставок больше нет. Спасибо тебе за прекрасный вечер. Мне все очень понравилось. Я рад, что тебе понравилось. Это тебе маленький презент. Я же знаю, что не любишь от кого-то зависеть. Джеймс. Если тебе что-нибудь понадобится, я рядом. Спасибо. Спокойной ночи. Я верну. Скоро все верну, все, что занял у вас. В этом я не сомневаюсь. Только как же вы теперь будете выплачивать кредит за дом? Я не знаю. Не знаю, но я все обязательно вам верну. Откуда? Откуда что? Откуда вы знаете? Короче, мне нужна вся информация по Харперам. Мне еще кое-что. По мелочи. Да вы… Вы за кого меня принимаете? Да за того, кто только что проиграл свой дом. Кого с позором выгонят с работы, когда узнают, что он законченный игроман. Кого без колебаний бросит жена, которую он под старость лишил собственного угла. Продолжить список? Я рад, что мы поняли друг друга. Значит так. С завтрашнего дня вы будете сообщать мне обо всем, что происходит в офисе Харпера. Будете. Досье на компании, участвующей в тендере. Спасибо, Маклейн. Разреши, я тоже посмотрю. Надо же. У всех компаний, участвующих в тендере, такая биография. Комар носа не подточит. А тебя это удивляет? Ну, ты же сам знаешь, что избежать в бизнесе каких-либо погрешностей практически невозможно.
Ну, я думаю, что Маклайн просто не стал нас отвлекать подобными мелочами. Он профессионал и знает, что делает. Надеюсь. Только что доставили от губернатора. Благодарю вас, Мэри. Это тебе. Нас приглашают на прием к губернатору. Сандра, тебе нужно будет купить какое-нибудь платье. Мэри, да? Посмотрите, пожалуйста, где находятся лучшие бутики города? Мэри, не нужно беспокоиться. Джеймс, спасибо. Но мне есть в чем пойти. Ну, как скажешь. Давай-ка лучше еще раз просмотрим досье. Вдруг мы пропустили что-нибудь важное. Скажи там, чтобы с ними рассчитались. Слушаюсь. Пока. До свидания. Ну как? Эти мартышки хорошо знают свое дело. Ну что там у тебя? Вы нашли их? Да. То есть... пока мы нашли только одну из этих ваз, она принадлежит вот этой молодой паре. Антикварный фарфор достался жене в наследство. Надо же. 4 месяца безрезультатных поисков. Я даже не надеялся. А ты молодец. Одна – это уже половина. Есть одна проблема. Хозяева не согласны продать ее. Предложи еще раз большую сумму. Если откажется, ты знаешь, как с ними договориться по-другому. Главное, чтобы ваза была у меня. Да, и осторожнее там при транспортировке. Фарфор очень хрупок. По корпорации есть что-нибудь? Да. Вот результаты наблюдения за Харпером. Эта встреча с губернатором очень кстати. Ставки слишком высоки. В этой игре победить должен я. Любыми средствами. А это кто? А вот это жена Харпера, бывшая. Совсем недавно он взял ее на постоянную работу в свою корпорацию. До этого в основном занималась благотворительностью. У них роман? Из того, что у нас есть, это пока непонятно. Живут точно в разных номерах. Но он-то явно в нее влюблен. Да, забавная девочка. За ней следить. Всю информацию ко мне на стол. Все. Ну, все, спасибо, давай. Спасибо. Да тебе давай. Спасибо. Счастливо. Давай, счастливо. Пока. Ага. Да. Привет. Это Стив. Ну, как успехи? Чем порадуешь? Да есть кое-что. А что-то вышли потом. А у вас что нового? А то у нас в море там ни телефона, ни интернета, одичали совсем. Да новости так себе. Об участии в тендере объявила корпорация... Харпера. Знаешь такую? Харпера? Да, это серьезный конкурент. А кто ее представляет? Да говорят, что сам Джеймс Харпер. Приехал собственной персоной. Да, это понятно. А кто еще? Он же не один, у него есть какая-то команда. Там целая группа, но кто точно, я не знаю. Асад хочет видеть тебя на вилле, ему не терпится получить от тебя информацию. Ну, куда в таком виде? Сейчас заеду в гостиницу, переоденусь. Потом уже к нему. Только... Не опаздывай. Ты же знаешь, Асад не любит ждать. Добрый день. Добрый день, мистер Ковалев. Скажите, а мистер Джеймс Харпер случайно не останавливался у нас в отеле? Да, мистер Харпер наш гость. А мисс Сандра Сеймур? Да, она тоже гостит у нас. А скажите, я могу набрать ей в номер?
О, к сожалению, они уже уехали. А, уехали? Да, мне очень жаль. Хорошо, спасибо. Не за что. Где мой кофе? Уже готов. Так, все, свободно. Господин Аврула, я все же настаиваю на продаже части портфеля наших акций. В условиях тотального падения цен на сырье, плохих рыночных прогнозов, мы слишком много теряем, не продавая их. Надо подождать. Они должны будут расти. По моему ощущению, ситуация только ухудшится. Да? А я уверен, что ты ошибаешься. После смерти Джобса акции Apple тоже упали. А мы тогда на этом прилично заработали. Боюсь, это не тот случай. А ты не бойся. Да. К вам, господин Ковалев, с предварительными расчетами. Ну, пусть он подождет меня на террасе. А ты возвращайся в офис. Сегодня ты мне больше не нужен. Добрый день, Асад. Я готов отчитаться. Я просил не задерживаться. Сколько я могу ждать? А теперь у меня нет времени, я должен ехать. Ладно, поехали. Расскажешь по дороге. В общем, я уверен, что рядом с месторождением, которое выставляется на тендер, находятся крупные залежи нефти. В идеале пробурить бы скважину пробную. А кто нам сейчас разрешит? Вот тендер выиграем, тогда можно будет выходить с предложениями по развитию нефтедобычи. Да, но пробу со дна надо взять уже сейчас. Радиус я наметил. Ну, на пробы грунта мы как-нибудь разрешение получим. Ничего себе, сколько людей. Думаю, не просто будет пообщаться с губернатором. Не волнуйся, мы найдем возможность поговорить с ним. Хорошо. Малик, отвези господина Ковалева в гостиницу. Мистер Харпер. Добрый вечер, господин Гуэн. Мисс Сеймур. Здравствуйте. Очень рад. Познакомьтесь, господин Кулап. Господин Кулап, прокурор нашей провинции. Очень рад. Рад знакомству. Мисс Сеймур. Очень приятно. Прошу вас извинить меня. Неотложные дела. Но уверен, мистер Кулап сможет вас развлечь. Он осведомлен о всех делах нашей провинции. И с радостью позаботиться о том, чтобы вы чувствовали себя в Наронге как дома. Прошу прощения. Ну что же, кажется, мы в надежных руках. Ну, я буду рад ответить на все ваши вопросы. Спасибо. Добрый день, господин Гуэн. Рад вас видеть. Кстати, мой директор по маркетингу сделал все, что вы просили. Кажется, это наш конкурент, господин Наврула? Завтра все материалы будут у вас. Да, вы правы. Прекрасно. А я, в свою очередь, хотел просить вас о маленьком одолжении. О, да, конечно. Слушаю вас. А я вижу, господин Наврула чувствует себя здесь как дома. Он так запросто говорит с губернатором. Ну, его компания здесь работает уже больше года. И... Так что... Позвольте вам представить, господин Наврула. А это господин Харпер. Очень приятно. Взаимно. Госпожа Сейн. Здравствуйте. Здравствуйте.
И как вам в здешних жарких широтах? Нарон – красивая страна. Нам здесь нравится. Очень вас понимаю. Мне здесь тоже очень нравится. Чувствую себя как дома. Совершенно не хочется отсюда уезжать. Господин Гуэн, мы хотели бы поговорить с вами об одном деле. Благотворительный фонд Харперов хотел бы попросить у вас разрешение на проведение благотворительного аукциона в пользу детей-сирот. Конечно. Я буду очень рад помочь. А мистер Кулап поможет уладить все детали. Спасибо. Непременно. А теперь прошу меня извинить, но я должен ненадолго украсть у вас губернатора. Да, конечно. Прошу прощения. Извините. Конечно. Вы занимаетесь благотворительностью, мисс Сеймур? Да, у меня есть большой опыт работы в этой сфере. Мисс Сеймур многие годы возглавляла российское отделение благотворительного фонда Харперов. Замечательно. Мне как раз нужна консультация по этому вопросу. Возможно, мы могли бы даже сотрудничать. Могу я пригласить вас на чашечку кофе обсудить эту тему? Конечно, господин Наврула. Я буду рада вам помочь. И я. Очень рад. Не смею больше задерживать. Всего доброго, мисс Сеймур, мистер Харпер. Интересно, что у него на уме. Я думаю, очень скоро мы узнаем об этом. Да, я слушаю. Доброе утро, мисс Сеймур. Это Асад Наврула. Мы вчера договорились встретиться. Да, но… У меня уже запланирована встреча на утро. Мы все успеем, не беспокойтесь. Ну, хорошо. Я жду вас внизу. До встречи. Доброе утро. Потрясающе. Вы собрались меньше, чем за четверть часа. Я предупреждала, что у меня мало времени, господин Наврула. Тогда мы не будем его тратить зря. Прошу. Благодарю вас. Странно, что женщина с вашими данными занимается бизнесом. Зачем вам это? Я очень люблю свою работу. А потом, простите, чем должна заниматься женщина с моими данными? Ну, я не знаю. Блистать на сцене. Ну, или украшать жизнь какого-нибудь достойного человека. Ну, я уверена, что лучше жить своей жизнью, чем украшать чужую. Так вы еще и философ. Вы не устаете меня удивлять. А где же, собственно, кофейня? Всего в 100 километрах отсюда. Дивное место. Малик, побыстрее. Дама торопится. Хорошо, господин Наврула. Я специально нанимал местного дизайнера. Я хотел, чтобы было все выдержано именно в этом стиле. Вам это удалось? Здесь прекрасно. Вы еще не видели, какой тут вид с террасы. Пойдемте, я вам покажу.
Господин Наврула, ваш дом просто оазис, отвоеванный у джунглей. Прошу. Спасибо. Я хочу, чтобы вы оценили. Это настоящий арабский кофе, я привез его с собой. С удовольствием. Правда, очень вкусно. Но все же, господин Наврула, давайте ближе к делу. Скажите, каковы ваши планы относительно благотворительности в Наронге? Возможно, мы действительно могли бы сотрудничать? Ну или, по крайней мере, не мешать друг другу. Но если у Джеймса Харпера хотя бы половина вашей хватки, я уже начинаю бояться за судьбу своей компании на тендере. У Джеймса много ценных качеств. Рад за Харпера. Надеюсь, что он относится к вам так же трепетно, как вы к нему. Я думаю, что сейчас не время обсуждать мои взаимоотношения с Джеймсом Харпером. Извините, увлекся. Глядя на вас, трудно не увлечься. И все же, какие у вас планы относительно благотворительности в Наронге? А еще не определился. Думаю. Может быть, вы поможете мне придумать, как потратить много денег на благотворительность? М? Если вы еще не определились, я не вижу, чем могу вам помочь. Давайте так. Когда вы надумаете что-то конкретное, вы мне сообщите. Спасибо за кофе. Мне пора. Я определился. Я хочу вас купить. Сколько вам платит Харпер? Я заплачу втрое. Сделка невозможна, господин Наврула. Я не продаюсь. Очень жаль. От моих предложений обычно не отказываются. Ну, все когда-то бывает впервые, господин Наврула. Малик, мисс Сеймур возвращается в город. Открывай. Всего доброго, мисс Сеймур. До свидания, господин Наврула. А вопрос о благотворительности мы пока оставим открытым. Благотворительный фонд Харперов всегда рад сотрудничеству. Малик, поезжай. Добрый день, Асад. Добрый день. Я привез отчет. Прекрасно. У меня тоже хорошая новость. Губернатор дал разрешение. Сейчас Стив привезет официальную бумагу. Значит, мы уже планируем разведку? Да. И немедленно. Отлично. Доброе утро, Джеймс. Сандра, ты где была? Я не мог до тебя дозвониться. Прости, что опоздала. Встречалась с Наврулой по поводу благотворительности, а телефон оставила в номере. Я тебя очень прошу, будь внимательна, чуть с ума не сошел. Ну, прости, дорогой. Ну, что там хочет Наврула? Бог его знает. Ничего определенного. Думаю, что он что-то крутит. Планируешь наше выступление? Да. Смотри, хочу начать вот с этого абзаца. Угу. Потом хочу перейти, вот сделать это неожиданное предложение. Я думаю, оно должно привлечь внимание. Согласна. А что, если вот эти абзацы поменять местами, как думаешь? Ну, кстати, может быть. Сандра? М? А ты помнишь, какой завтра день? А какой завтра день? Прости, я совсем замоталась с этой работой.
тебя завтра день рождения. Угу. Все-таки помнишь? Я арендовал завтра яхту на целый день. Хочу провести день в море. Отличная идея. Я подумал, что может быть прекраснее? Море, полюбоваться закатом. Хорошо. Раз у нас завтра выходной, сегодня мы должны полностью проработать документы по тендеру. Согласен? Но мы же не будем сидеть с бумагами допоздна. Я рассчитывал, что мы прогуляемся по вечернему городу, пойдем в какой-нибудь ресторан. Ну, хорошо. Только сначала заедем в отель переодеться. Как скажешь. Мисс Сеймур. Пойдем. Да. Да, Стив. Да, как только смета по разведке будет готова, отправьте господина Навруле и сообщите мне, хорошо? Да, спасибо. Да, Стив. Уже отправили? Отлично. Спасибо. Все в порядке? Что? Ты что-то побледнела. Голова разболелась. Не нужно тебе было так напрягаться с этим докладом. Может, отложить поездку? Да, ты прав. Я, наверное, немного побуду в номере. Сандра, может быть, все-таки вызвать врача? Нет, нет, не надо. Я отдохну, и завтра все будет в порядке. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Добрый вечер. Сандра, я так рад, что вы пришли. Я как только узнал, что вы в Наронге, я тут же… О чем вы хотели со мной поговорить? Просто хотел бы прояснить ситуацию. Вы тогда так неожиданно исчезли. Почему? Какая разница? Мы с вами абсолютно чужие люди, я не обязана перед вами отчитываться. Почему я слышу такой холод в вашем голосе? Чем я так успел перед вами провиниться? Илья, вы женаты. Но я взрослая женщина. Меня не интересуют отношения подобного рода. А с чего вы взяли, что я женат? Так получилось. Я случайно видела вас с женой. Но не обманывайте меня, пожалуйста. Так вот оно что. Тогда ко мне приезжала моя бывшая жена. Я уже 3 года как в разводе.
бывшая, понимаете? Она пытается отобрать у меня ребенка. Она давно уже замужем за американцем. И хочет, чтобы он усыновил Гришку. А меня пытается лишить родительских прав. Простите, я не знала. Нет, просто вы так неожиданно уехали, мне показалось, что… Простите, в этом я виноват, да. Просто пришлось срочно искать работу для того, чтобы оплатить адвоката. Так получилось, что теперь я работаю на вашего конкурента. Жалко, что так получилось. Да. А ведь я пытался тогда вас искать. Искал вас, да. Но Едвига меня так сурово отшила. Да, Едвига, она такая. Она, знаете, очень переживает за меня. Ну что, мир? Мир. Рынок в Наронге больше похож на музей. Никто не будет упрашивать что-то купить. Можно просто посмотреть. Наронг вообще страна удивительная и яркая. С неповторимой древней культурой. Какие здесь храмы. А природа, я вам обязательно все покажу. Как он это делает? Просто верит. Если он засомневается хоть на секунду, сразу сожжет себе ноги. Это ведь как в жизни. Засомневаешься, все, пропал. Главное – верить, что дойдешь до цели. Браво! Здорово. Никто не хочет рискнуть. Молодец. Госпожа, может, вы? О, нет, нет, спасибо, мы в этом не нужно участвуем. Нужно бояться. Нет, спасибо, спасибо. Подождите. Вы думаете, что у меня не получилось бы? Вы думаете, что я бы не прошла? Я думаю, именно у вас все бы получилось. Неужели среди вас совсем нет желающих? Может, вы? А вы? Ну что, пойдем? Так, все, давайте. Вон он. Ой, простите, не хотел. Ничего, ничего, все в порядке. Простите. Все в порядке. Сильно? Да нет, ничего страшного. Пойдем. Здрасте. Здравствуйте. Вы знаете, очень хочется рубашку поменять. О, конечно, господин. Вон там, пожалуйста. Выбирайте, пожалуйста. Завтра не получится. У Джеймса день рождения, и будет вечеринка на яхте. Жаль. Ну, тогда послезавтра обязательно. А то мне через 2 дня лететь в Россию на первый суд. Послезавтра обязательно увидимся. А можно? Что? Ты мне приснишься. Конечно. Пока. Пока. Интересная парочка. Да. А вот если он возьмет, да и сольет ей всю информацию о месторождении. Может, его того? У тебя один метод. Нет, он нам нужен и дорог. Мы его беречь будем. Посмотрим, куда нас это приведет. Кто предупрежден, дорогой мой Есин, тот вооружен. Понял? Посмотрим.